Всем привет! Я в магазине Fix Price, город Орск, улица Просвещения. Давайте смотреть новинки вместе. Смотрите, какие появились емкости для завтрака с ложкой. И две секции. Емкость раскручивается. А сверху крышка открывается, и там лежит ложечка. Ложечка складная. Мне кажется, если ее два раза сложишь, эту ложечку, она тут же сломается. Верхний стаканчик для мюсли и хлопьев. Удобная складная ложка расположена в крышке. Второй контейнер для молока, йогурта или ягод. Удобно брать в путешествие, на пикник, на работу и в школу. Состав полипропилен и силикон. Несколько цветов за 99 рублей. Удобный стаканчик. Опять появились у нас диспенсер для фольги и пергамента. Очень удобно вкладывать, отрывать. Вот здесь такие зубчики. И будет ровненько отрываться. А то я вечно потяну. У меня оторвется незнамо как. Такие цвета красивые. В нашем магазине три цвета. 51 рубль. Состав полипропилен. Привезли такие нежные полотенца. Очень такая спокойная, нежная, пастельная расцветка. За 199 рублей. 100% хлопок. 50 на 100. Такие не сильно большие, а цена не маленькая, средняя. Ну и не маленькие, нормальные, поэтому цена нормальная тогда. Я думала, что это для лица совсем маленькие, а это нет, большие, хорошие полотенца. Летняя коллекция, город Иваново. А также появились вот такие полотенца, кухонные. Мне вот такие очень нравятся. За 55 рублей, 70 на 50. Тоже город Иваново. Полотенце кухонная клетка. Состав тоже 100% хлопок. Разные расцветки. Голубые, желтые, коричневые клетки. Даже зеленые есть. И стоит 55 рублей. Я считаю, достойное, хорошее полотенце. И довольно-таки немаленькое. Сушилка для обуви от влаги и запаха за 99 рублей. Назначение поглощения влаги и устранения неприятного запаха. Идеально для сушки обуви, хранения одежды в походе и на природе. Для садоводов при хранении семян в коробках. Смотри, какое широкое применение. Два мешочка здесь. Состав. Синтетический аморфный кремнезем, нетканное волокно, нормально, одна пара. Коврики для ванных комнат все везут и везут. Вот такой коврик 40 на 60 за 77 рублей. Смотрите, расцветки какие. Есть красные, розовые, серые. Расцветок очень и очень много. За 77 рублей. Размер не очень большой. Я до этого показывала большой размер. И они прям толстенькие. Толстенькие. Такой толстый поролончик прям. Здесь пупырки силиконовые. И посмотрим, что в составе. Состав полиэстер, ПВХ, поролон. За 77. Сейчас покажу, которые большие. Те были 40 на 60, а эти 80 на 50. Мне вот в ванну такой подходит. Такой расцветки я еще не видела. За 199 в этом магазине зеленые и вот такие белые. Розовые. $199 рублей. Привезли полотенце. Big Roll.
бумажные, 30 сантиметров, двухслойный, один рулон. Получается один как три обычных рулона. Такой довольно-таки толстый, за 55 рублей. И не тонкое, двухслойное. Красивые и прочные полотенца созданы из 100% целлюлозы. Кружевное тиснение создает привлекательную фактуру и обеспечивает быстрое и надежное впитывание. Сейчас актуально становятся вот эти джемпера для девочки. Вот этот, именно этот, на 7 лет. Розовый, с принтом, 100% хлопок, сшито прекрасно. И такой он не тонкий и не толстый, вот прям как раз на эту погоду. Сейчас утром, вот допустим, или к вечеру. Днем-то у нас еще жарко. За 199, если я не сказала. А также есть вот такие серые. Вот этот вообще мне нравится. Этот даже, мне кажется, в школу можно надеть. Свиншот детский. Этот размер 34 на 122 на 128. Сделано в Кыргызстане. Тоже 100% хлопок. Сшито прекрасно. Все обверловано. И цвет мне этот нравится. Расцветки можно найти разные. Здесь вот есть еще и бордовые. Так что надо выбирать. Приходить и смотреть. А также вот такое платье. Размер 34. 122 тоже на 128. Здесь на кулиске затягиваются шнурочки. Прекрасный цвет. Хорошее платье за 199 рублей, 100% хлопок. А также актуально становятся шапочки. Тоже изготовлены в Кыргызстане. Разные расцветки и размеры. Для мальчиков и девочек. За 77. Кстати, я брала вот такие наушники. Мне очень понравились. Шнур не путается. До этого я брала тонкий был шнур. Он весь перепутывается, пока распутаешь. А этот шнур не путается. Так что рекомендую. 149 рублей. А сейчас появились еще вот такие. Тоже с микрофоном. Но за 99. Еще даже дешевле. Но мне вот эти вот не нравятся. Крепления такие. Мне нравятся, когда вот такие, как силиконовые вставочки такие. Вот эти мне не нравятся. Смотрите, какой освежитель воздуха. В наборе две штуки. Лимон. В этом магазине он один, 51 рубль. Наклейки декоративные цветы 26 на 10,5 сантиметров. Их так много, бусинки и цветочки. Перламутровые, симпатичные. Еще такие. Ценника нет, значит 51 рубль. Губка для посуды. Опять новинка. За 55 рублей 7 штук. И здесь обратите внимание, абразивная сторона, где абразивный материал довольно-таки толстая. Ой. Обычно тоненькие они, а это прям толстые. Они же быстро стираются прям. За 55. Игрушка. Светящаяся. Запоминайка. Интерактивная головоломка. Попробуй повторить мелодию. Тренируй память и внимательность. За 199 рублей. Со звуком и светом. Устраивай соревнования. 15 уровней сложности. Интересно. За 199. Чай. Тесс. Обычно я брала с чабрецом. С чабрецом мне очень нравится. Вкус отличный. А это банан. 20 пакетиков. А это банан слит. 1,8 грамм, 20 пакетиков. Еще есть карамель шарм. И тесс космополитан. За 55 рублей.
такой тесс, лимон и клубника с ароматом белого персика. А вот чабреца я не вижу. Мне больше всех нравится с чабрецом. Кому понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте нажимать на колокольчик. Пишите комментарии. А я вас всех обнимаю и люблю. Пока-пока!